Всем привет, меня зовут Максим. Это видео создано специально для канала Банковский. И сегодня я бы хотел поделиться с вами своим опытом использования карты Халва. Вот такой вот карты от Совкомбанка. Карты я пользуюсь уже полгода. Впечатления они только хорошие. Карта выпускается и обслуживается абсолютно бесплатно. Мною карта была приобретена с целью получение заемных денег, потому что нужно доживать до стипендии. Условия для съема здесь очень простые, то есть это 290 рублей за сам съем и 2,9%. Данные средства предоставляются на 2 месяца, что в принципе неплохой такой срок. Что касательно самой карты, карта оснащена по стандарту 2019 года модулем бесконтактной оплаты. Деньги на карту приходят очень быстро при переводах. Также приятным моментом является кэшбэк в магазинах-партнерах, которых у Совкомбанка очень много. Это очень крупные, например, сети типа Кари, где мы получаем кэшбэк при покупках и при необходимости рассрочку до 36 месяцев. Также у банка есть система лояльности. То есть вы попользовались картой, поняли, что она действительно крутая, посоветовали ее своему другу, подруге, они ее оформили, и вы получили 1000 бонусов на свой бонусный счет. В целом, что хочу сказать о карте, мне очень понравилась, очень удобная. И поэтому могу со спокойной душой ее рекомендовать. Ссылочка на карту находится в описании под этим видео. Видео создано при поддержке и для канала Банковский. Поэтому, если информация была для вас полезна и интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.